Дальше. Как сделать так, чтобы болезни не исчезли? Поможет нам метод, который использует Анатолий Михайлович Кашпировский. Это очень несложный метод. Это метод введения себя в состояние первопричины, удаления первопричины. Каким образом это все использовать, как это все происходит, очень несложно. Скажите себе предварительно такие слова. Первое. Скажите: я отпускаю свои болезни в момент начала их. И начинаете считать от своего возраста и до нуля. Когда вы дойдете до нуля, произнесите: я увеличиваю здоровье, произвожу трансформацию своего тела и выздоравливаю. И начинаете считать от нуля и до своего возраста. Делайте это в абсолютном расслабленном состоянии. Можно это делать перед сном с закрытыми глазами. Данный метод эффективен, проверенно работает хорошо. От чего зависит? Зависит, наверное, от возможности человеком расслабиться. То есть, может ли человек расслабиться до конца, может ли он впасть в состояние такого транса, наверное, немножко. Является ли это самовнушением или является ли это гипнотической сессией или аутогенной тренировкой? Как говорит Анатолий Михайлович, конечно, нет. То есть я считаю, что он говорит правду, нет смысла мне не верить такому замечательному человеку. Эффективен ли метод? Да, я могу сказать, что метод чрезвычайно эффективен, ну и он не так прост, как я рассказал. В целом, не договорил я только чуть-чуть. И вот это только чуть-чуть все равно не может, это чуть-чуть может делать Анатолий Михайлович. Ну а вам-то зачем? Потому что вы-то не Анатолий Михайлович. Поэтому делайте это самостоятельно, потому что это даст вам возможность не болеть. Ну вот попробуйте от меня вот такой.